Покров и милость, крыша всякая, особенно когда дождит, иль вьюга дикою собакою в степи заснеженной визжит. Покров и милость, шапка зимняя, тенек от веточек в жару, водица серебристо-синяя, ночлег в березовом бору. Покров и милость, скатерть с яствами и одеяло для больных, и петрохиль перед мытарствами, одежды умерших родных. Покров и милость, щит с кольчугою, вал земляной, железный шлем, женою, верную подругою, молитва, высланная в плен. Покров и милость, слово доброе, благословение, совет, псалтыри ночью чтение долгое, лампадок с маяками свет. Покров и милость Богоматери, да будет с вами до конца, уча быть трепетно внимательным к дарам премудрого Творца. Я пришла за счастьем, вот мои ладошки, Божик, ну жалься, поделись немножко. Людям очень важно с мыслью просыпаться, что жива надежда, что нельзя оставаться. Людям очень важно с мыслью просыпаться, что жива надежда, что нельзя оставаться. Очередь за счастьем у тебя толпится, но намного больше тех, кто побоится к очереди этой присоединиться. Только им ведь тоже счастье пригодится. Я раздам прохожим счастье по крупинкам, близким и не очень, к рыжим и блондинкам, бедным и богатым, слесарям, поэтам. Недостойных счастья в мире просто нету. Бедным и богатым, слесарям, поэтам. Недостойных счастья в мире просто нету. Ведь когда улыбки добрые встречаешь, о своих проблемах сразу забываешь, а когда душою кто-то согревает, это значит счастье все-таки бывает. А когда душою кто-то согревает, это значит счастье все-таки бывает. Нужно оглянуться, нужно присмотреться. Может, в чьем-то сердце счастью скрыта дверца, только вы не бойтесь в эту дверь стучаться. Пред любовью лучше не сопротивляться. И толпились люди, занимали место. Кто-то хочет денег, кто-то стать невестой, для кого-то счастье сплетнями делиться. Очередь большая, все мелькают лица. Я пришла за счастьем, вот мои ладошки, вижу пусто птицы, доклевали крошки. Но с улыбкой мудрой мне ответил Боже, что улыбка близких — это счастье тоже. Но с улыбкой мудрой мне ответил Боже, что улыбка близких — это счастье тоже.
Дорогие мои паломники онлайн, сердечный привет вам из святого города Вифлеема. Я стою на Ясельной площади, за моей спиной храм Рождества Христова и самая главная елка в мире. Я поздравляю вас с новым 2019 годом от Рождества Христова. Наш город празднует Рождество целый месяц, поэтому мы уже подготовились. Весь город сияет иллюминациями, отели полны паломников, в храме убрали леса, которые там ставили для реставрации храма. Так что красота неописуемая, не хватает только вас, чтобы на эту красоту посмотреть. Я желаю вам сердечно здоровья, веры крепкой, Божьей помощи во всем. И не забывайте святую землю.